В литературном музее имени Константина Иванова прошли традиционные чтения женщин-поэтов. К вечеру была приурочена и выставка «Мир женщины». Цветочные натюрморты, деревенские пейзажи и фантастические мотивы. По мнению Светланы Гордеевой, женщина и природа неразделимы. В душе у каждой женщины всегда цветы, красота, птицы, поэзия. Это внутренний мир женщины. Вот такой прекрасный. Художница также участвовала в литературном вечере, представив свою новую книгу. Более 10 поэтесс читали стихи о любви, весне и женской красоте. К чтению присоединились и писатели-мужчины. Они поздравили всех представительниц прекрасного пола с праздником 8 марта.